Приветствую, смертные! На ваших экранах новый третий Warcraft и доп-компания Warcraft, вот это Tides of Darkness, вторая глава, битва за Толбара. Блин, автор не может определиться, в какой последовательности и в каком виде писать название и заголовки глав, что ли. После благополучного возвращения эльфов из плена жестоких троллей, Совет Лунного Света принял решение о присоединении армии Кельтоласа к Альянсу Вардерона. В знак своей лояльности эльфы высылают флот эсминцев в поддержку сухопутных сил обороны Вардерона. Объединенные войска должны оказать поддержку защитникам острова Толбарат, важной стратегической позиции у побережья королевства. Хотя Орда и была отброшена от берегов Вардерона, орки оставили предгорье Хилсбрада в руинах. Теперь ясно, что война обойдется Альянсу недешево. Ясно, что тут надо постоянно нон-стопом дефаться в начале, чтобы хоть куда-то продвинуться. А это башенки. Окей, другой герой, да? Полагаю. Быстрее, на корабли! Защитникам нужна наша помощь! А ты, видимо, это сдалека прям увидел. За честь и отвагу! Город наших союзников посадят. Так, ладненько. Эсминцы пойдут сюда. Во имя правосудия. Как покажите мне путь! Жду приказа. Интересно, если бы я не спас эльфичку, это повлияло бы на сюжет. Это на самом деле важная деталька. Хотелось бы, чтобы это было именно так. Чего? Ну, я пошел. Да, господин. Не нужно плачиться. Ауч. Отличный план. Срава. Где враг? Чего? Опять работа? Хорошо. Да. Во имя правосудия. А, контроль есть. Куда летите, а? Где враг? Обратите внимание, вы получили вертолет. Это скоростно-летательный аппарат, пригодный для разведки и воздушного боя. Способен обнаруживать невидимые войска. Понял, отбой. Хорошо. Вертолет, но если орн, это ветролет. От винта. Забываем, официальный лор, тут у нас светы всякие. Ну, вы поняли. Так. Разрешите взлет? Где нам доп. Задание искать? В казармах Толбарада вам доступен стрелок, эффективный против летающих противников. Изобретение длинноствольных мушкетов повышает дальность его стрельбы. Вы прежде можете нанимать эльфийских лучниц в обычных казармах. Борт на связи. Врубаю форсаж. А, здесь есть катапульты. Где? Я готов. От винта. Не нужно кланяться. Делаешь на баре. Куда летим? Так как меня этот фрегат... Как вы запарили, а? Я готов. Понял, отбой. Все, допрыгался. Свет дает мне силу. Да? Исследование завершено. Я готов. Опять работа? Хорошо. Чего? Копье. Опять работа? Я служу свету.
Найти золотой рудник и построить рай, тушом. Найти лес и построить лесопилку. Ладно. Да, ваш броди. На нас напали. Почему он дороже на 106... На сколько там? На... 30 голды, а по факту у него хп... Чёточку, прям вот капелюсечку больше. Даже не 300, а 35. Только из-за этой сомнительной смены оружия? Да ё-моё, а! Сюда так полез. Да блин, товар. У него защита на единицу больше еще. Не время для игр. Я служу свету. Жду приказа. Во имя правосудия. Эльфы не сдаются. Свет дает мне силу. Да, ваш броди. Родоподъем! Я служу свету. Где враг? Так точно. Ну, с минимальными относительно потерями, уж тем более войсками, мы смогли этот трудник себе присвоить. Теперь можете создать эльфийские эсминцы наверх. Это военный корабль, одинаково эффективный против наземных и воздушных целей. Чего? Стройка завершена. На нас напали. Жду приказаний. Да блин, а. Это же надо было вот так опять просраться. Да, господин. Здесь нельзя. Ну, твое имя правосудие. Некуда класть. Я готов. Жду приказаний. Чего? Я готов. Что прикажете? Родоподъем! Да, ваше сиятельство! Опять работа! Исследование завершено. Да, господин. Угу. Опять работа! Посмотрим, твой почем они. Готово. Ну, я думал, подороже будет немного. Да, опять работа! Я должна защищать эти да. Земли. Ну, я пошел. Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Опять работа. Я готов. Угу. К бою готов? Не нужно кланяться. Куда стрелять? Кто приказ? Свет дает мне силу. Теперь вам доступна орудийная башня. Это усовершенствование оборонительное сражение, особенно эффективное против скопления противников. Но оно мне так особо нафиг не нужно. Исследование завершено. Постройте ферму. Да, господин. Ну, я пошел. Хорошо. Ну, я пошел. Да. Опять работа. Исследование завершено. Блин, а. Где враг? Какого черта вообще? Исследование завершено. Да, господин. Опять работа. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Конечно.
Готово, готово. Где враг? Я знаю, если отойти слегка сейчас, то... сразу как стервятники сюда набросятся из сменцев троллей. Да. Хорошо. Ну, как я пошел. Да, сэр. Опять работает. Пороховая смесь в мастерской, да? На нас напали. Во имя правосудия. Укажите мне путь. Куда стрелять? Чего? Исследование завершено. О. Не хватает дерева. Вся ушел. Хорошо. Блин, приказано починить, а? Я готов. Приказов уже не понимаете, свет что ли? Мне силу. Во имя правосудия. Ну-ка. Есть. Ага, вот как. Я готов. Да, сэр. Но у него хп снижается. Дайте цель. Мой лук всегда. Что гениально. Что прикажете? Да, ваш броди. Что прикажете? Так точно. Жду приказаний. Я служу свету. Да, ваш дядька. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Так, ну ладно, здесь эсминцы покажут себя. Исследование завершено. Не время для игр. За честь и отвагу! Захватит капу тиурков. Сейчас захватим. Завершено. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Наш город осаждают враги. Конечно же, они воспользовались моим отсутствием и приперлись сюда все. Разумеется. На нас напали. Во имя правосудия. Так, хорошо, спасибо. Отличный план. Заколебали, а? А чё такая толпа, я не понял? Вот именно сейчас. Не нападали, стоило мне слегка отойти тут же. Как стервятники. Свет дает мне силу. Исследование завершено. Чего? Хорошо. Ну, я пошел. Ладно, будем ждать. Во имя правосудия.
здесь нельзя строить. Че, офигел? Да, господин. Исследование завершено. Ну, я пошел. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Ты угрожаешь мне? Чего? Да, господин. Опять работа? Чего? Хорошо. Ну, я пошел. Теперь, конечно, они не нападают. Хорошо. Зачем даже? Ну, я пошел. Угу. Хорошо. Исследование завершено. Ну, я пошел. Где враг? Где вы все? Походу реально ждут, пока я убегу, что ли? Готово. Жалкие трусы. Готово. Готово. Мочи их. Постройка завершена. Вот еще один дирижабль. Я служу свету. А мы ждем вас уже. На! Домой, блин. На нас напали. Не хватает дерева. Золотой рудник скоро иссякнет. Постройка завершена. Производят и воспроизводят новеньких. Смертоносное орудие, блин. Герои уже рисанули. Нас напали.
Свет дает мне силу. Исследование завершено. Мы достроили. На нас напали. Что прикажете? Золотой рудник обрушился. Не хватает дерева. Так, хорошо. Дерева нет. Ну ладно. Да, ваш против. Не нужно кланяться. Конечно. Разумеется. Постройка завершена. Здесь она есть. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Да, ваше сердце! На нас напали. Кого, чего? Постройка завершена. Я служу свету. Во имя православия. За честь и отвагу! Выбирай сумму. Не нужно кланяться. Опять работа? Хорошо. Так, можно вертушечку одну нанять. Пусть она пройдется по остаткам, да, карты быстро. Да, да блин, а? Чего? Да. Как мне бесит. Да, непродуманная, хорошо, недодуманная механика с водой в третьем Warcraft. Да блин, кого? Орки что ли там наняли триллиард фрегатов? Служу свету. Куда стрелять? Борт на связи. Не нужно кланяться. Наш город осаждают враги. Не понял. Вы совсем офигели, что ли? Еще сюда мне таверки предлагаете херачить. Свет дает мне силу. А этот как сюда приперся? Не нужно кланяться. Не время для игр. Свет дает мне силу. Опять работа. Угу. На нас напали. Хорошо. Ну, я пошел. Во имя правосудия. Исследование завершено. Куда летим? Вас понял. Понял. Отбой. Крабики. Да? Чего? Я служу свету. На нас напали. Сообщите задание. Готово. Вас понял. На взлет. Мне что-то не нравится это сообщение постоянно выскакивающее. На нас напали. Где-то просто у кого-то дохера сейчас войск. Они не помещаются. Куда летим? Понял. Отбой. Опять работа. Хорошо, здесь нельзя строить. Хорошо. На паре. Не нужно кланяться. Не хватает золота. Глупые муруйки. Чего? Угу. Во имя правосудия. Разумеется. Жду приказа. Исследование не завершено. Построил готов. Дверь.
Чё там упало? Задолбали, прикончите его, а? Вот разрешите взять. Антиученого это неплохо. Заклинательница эликсир маны. Я служу свету. Я должна защищать. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Что прикажете? Исследование завершено. Бою готов. Хватает золота. Куда летим? Ты угрожаешь мне? Во имя правосудия. Я служу свету. Не хватает золота. Исследование завершено. Свет дает мне сил. Приступим. Я служу свету. Свет дает мне сил. Сообщите задание. Так, развитка, развитка, понял, развитка. Понял, отбой. Ну, у них больше нет верфей, значит, не должно быть больше кораблей. Можем причалить и уничтожить их. Откуда-то это сообщение? Борт на связи. Вас понял. Я служу свету. Не то. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Не время для игр. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Не хватает золота. Исследование завершено. Разрешите взлет. Врубаю фарс. Гаги. Не нужно кланяться. Я служу свету. Не нужно кланяться. На нас напали. Сообщите задание. Я должна защищать. Ладненько, возьмем отряд. Прогуляемся. Да вижу гагов тоже. Ты угрожаешь мне? Куда стрелять? Да, ваше сельство! Да, сэр. Да, бою готов? Так точно. Укажите мне путь. Приступим. Кстати, это же значит, что я могу заслать сюда вертушку, мастерской гоблинов нанять подрывников и все. Просто расхреначить им там все. Куда летим? Врубаю фарс. Были бы ресурсы, конечно. От винта. На нас напали. Разрешите взлет. Борт на связи. Исследование завершено. Так, доехали. По до пули, то есть. Разумеется. Эльфы не сдаются. Все, погнали. На сейчас напали. Позабавимся. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Конечно. Да, вот вроде. Где враг? Не нужно кланяться. Где враг? Отличный план. Конечно. Ну все.
Все, что можно исследовать, исследовал. Что прикажет? Наш город осаждают враги. Ну ладно. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Нормально, даже они не решили сюда напасть. Ладно, в любом случае, это атака в один конец уже, все. Или выигрываем, или проигрываем там. Так, так, тихо, тихо. Опять работа. Что прикажете? Дайте цель. Да, сэр. Хорошо. А куда второй сын надели? Чего? Опять работа. Дайте цель. Классика. Иду. Сделаю. Хорошо. Выгружайте, блин. Наш город осаждают враги. Свет дает мне силу. Отличный план. Да, господи. Не нужно хвалиться. Куда стрелять? Наш город осаждают враги. Уже в пути. Я служу сверху. Конечно. Что прикажете? Вот кто нам говорит об этом. Верь в орды. Дайте цель. На нас напали. Да, ваш броди. Опять работа. Где враг? Отличный план. Чего? Свет дает мне силу. Куда стрелять? Где враг? На нас напали. Дайте цель. Я должна защищать. Куда стрелять? Ну все, готовы. Разрешите взгляд. Да? Чего? Куда? Свет дает мне силу. Да, господи. Ого. Опять работа. Прощайте. В принципе, леса вполне хватало. Ну все, давайте добивайте и готово. Всю карту исследовали, все полезное, что можно найти, нашли. Собрали, разобрали и довольны. Так, вот это какая ульта. Ракетный удар. Как я и говорил, воители, наши эсминцы прекрасно показали себя в бою с этими
утлыми посудинами. Корабель Двукельтоваса. Что там еще за шум? Здесь все мечется и мечется. Приветствую, командир. Рад, что застал вас на поле битвы. У меня важные новости от лорда Латара. Орда отступает в Казмодан, опустошая всюду в своем пути. Главнокомандующий ожидает вашего войска у моста Тарапарам. Возвращайтесь в лагерь и готовьтесь к походу в Казмодан. Солдатам нужно время на отдых. Действительно, отдых нам всем не повредит. И еще одного позади. Ух. Что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте к себе, оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видосах. Всем пока.